Реклама на грани обвала. На улице Советской вот-вот рухнет тяжелый щит. Причем конструкция рискует упасть прямо на тротуар. Трудно представить, что именно послужило причиной такого шаткого положения. То ли сильный ветер, который вчера бушевал в Ноябрьске, то ли неверная установка конструкции. Неизвестно, сколько еще простоит эта рекламная Пизанская башня. Ясно одно – ради собственной безопасности жителям города лучше к этому щиту не приближаться.